У меня с Анной Седоковой есть совместный ребенок. Анатолий Цой выступил с важным заявлением. 32-летний российский певец корейского происхождения Анатолий Цой выступил с важным заявлением о ребенке, которого, якобы, ему родила экс-солистка поп-группы Viagra Анна Седокова. Напомним, что несколько лет назад паре приписывали роман, хотя сами артисты утверждали, что их связывали исключительно дружеские отношения. Тем не менее, даже после заявлений самого Цоя и Седоковой сплетни продолжили распространяться. Накануне экс-солист М-Бэнд принял участие в шоу «Возможно, все» на канале «Россия-1», где назвал информацию о совместном ребенке с Анной нелепой и не заслуживающей никакого доверия. Также Цой рассказал о своих увлечениях и том, как он проводит свободное время. «Самый нелепый слух обо мне, что у меня с Анной Седоковой есть совместный ребенок. У меня много хобби, но самое основное – это бизнес, бренд одежды, который мы создали с другом в 2016 году. И в ближайшее время будет еще одно новое направление – онлайн-курсы по вокалу», – сообщил артист. В новом проекте канала «Россия-1» звезды проверяют себя на прочность. Цой признался, что ему понравилось сниматься в шоу, где никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Анатолий отдельно высказался о юморе ведущего шоу Владимира Маркони, которого просто обожает. По его словам, порой Владимир шутит очень жестко. Это всегда бывает очень смешно. Какое испытание запомнилось больше всего? Наверное, самое смешное – это вид сверху и комната под наклоном. Но так как я экстремал, то больше всего мне запомнилось, когда я летал, подвешенный на канат, добавил Цой в интервью изданию StarHit.